Удивительная вещь. Я смотрю, я беру своих маленьких, ну, маленьких, я беру своих детей, и они садятся смотреть советское кино и замирают. Это удивительная история. Потому что очень точная актерская и режиссерская правда. Очень точно построенная психофизические связи, причинно-следственные. Никто не играет сюжет. Все играют человеческие отношения о людях. Все советские фильмы о людях. Они не о событиях. Застрелил, убежал. А Голливуд, он, так сказать, в этом смысле индустрия, к которой мы сейчас привыкли, но тем не менее все равно. Вы знаете, я для себя сделал, так сказать, такое вот... Люди живут таким образом. Либо у них рассудочная эмоциональность, либо эмоциональная рассудочность. Вот русские — это, ну, те, кто живет на территории России, это люди, которые живут, должны жить эмоционально-рассудочно. То есть сначала сердце, потом мозг. Да? А все остальные, как бы, живут, мозг управляет сердцем. Поэтому можно подкладывать смех, слезы можно подкладывать, можно, так сказать, ну, то есть иллюзию, создавать иллюзию, на экране создавать иллюзию, и в театре можно создавать иллюзию человеческих отношений, искренних. Это вещь, которая пройдет. Мы должны от насекомых отличаться тем, что мы эмоциональны. Мы и есть нация эмоциональных. У нас ничего не получается, потому что мы очень эмоциональны. Для нас важнее эмоциональные взаимоотношения, чем упорядоченная система. И эта система, конечно, сегодняшняя, да, она не для нас, мы не можем встроиться, понимаете, нельзя построить Мерседес без системы. Поэтому мы строим Ладу, одной ногой туда запихиваем, сюда, но зато это очень сердечно, понимаете, очень сердечно. И эта сердечность, мне кажется, зачастую бывает важнее, чем упорядоченность. Вот, собственно, и все. Мы все наши трудные победы с большими потерями достигаем только нашей сердечностью, человечностью. И если мы ее теряем в какой-то момент, когда нас накрывает, так сказать, китайская вот эта вот буфонада и электронные огни китайские, они нас накрывают, но мы через них должны прорваться, и от этого у нас все-таки будут возникать и стихи, и все равно, в любом случае, понимаете, от людей остается только, на мой взгляд, наверное, скульптура и архитектура, ничего более, понимаете, поступки человеческие в истории не остаются. Мы ничего не знаем о Ленине, а прожили с ним 70 лет и думали, что, господи, а ничего о нем не знаем и не помним, кто это такой, и спросите у детей, они ничего не знают, а он лежит, а мы ничего, не в курсе. И он говорит, почему его нужно уносить, а почему он там лежит? Ну, то есть целый ряд вопросов, понимаете? И вот смотрите, человек, который подавил, так сказать, нажал, сделал, там, условно говоря, выступил как пророк, вот вам, пожалуйста, ничего из его детей. Это вот, на вот таком участке времени. А если мы заглядываем куда-то вглубь, так и вообще ничего не известно, что там было. Поэтому наши деяния, они не важны. Важна энергетика, с которой мы это производим. Понимаете, вот, собственно, мой взгляд на это.